Здравствуйте, коллеги. Монтажники, кто занимается профессиональным монтажом заземления, молодость защиты. Итак, мы находимся в подвальном помещении. Будем производить монтаж заземления ЗАНДОС ЗЗ000015. То есть это 15-метровое заземление будет монтироваться вертикально. Значит, все стержни пройдут вертикально 15 метров. Ну, надеюсь, что удачно попадет грунт и не будет проблем сбивания. Значит, штыри у нас по 1,5 метра, они 14-миллиметровые, омедненная сталь, кручиваем. Вполне плотно вкручивается. Видно, что шаг резьбы сделан был правильным. То есть без никаких зазоров. Смазываем мы с двух сторон, соответственно. Ну, вставляем вот грунт. Итак, мы соединили провод, соединили шинку, вот она, вы как видите, значит, здесь у нас мы не будем гидроизолировать эту шину, потому что у нас помещение отапливаемое, значит, оно жилое, не сырое, соответственно, нет влаги. Будет выставлен инспекционный колодец для технического осмотра и, соответственно, измерения, если в случае чего не будет контакта. Я думаю, гидроизоляция здесь ни к чему. Сопротивление. Итак, сопротивление у нас, как вы видите, 8,62 Ома. Значит, берем колодец. Устанавливаем мы его.